световых лет. Мы сейчас куда едем? Мы сейчас в Глобус едем, и да. А мы потом успеем до закрытия? А во сколько закрытие? Во сколько закрытие-то? Встретились. Ага. Это как так произошло? Это, и смотри, он уезжает. Снимать надо что-то? Не, у нас видеорегистратор. Что творите-то, мадам? У нас столько людей чуть не поубивали на дороге, сколько ДТП совершили. Пожалуйста. Где документы ваши? Документы где? Представляете, она едет и вяжет. Такого я еще не видел ни разу. И педали жмет, и вяжет. Вот это рукоделица вообще. Ай, на-на-на-на. Это бомба.
и Казани. Вот это улица Фрунзе, выезд на Горьковское шоссе, подстава. Вот здесь сейчас, а справа появится боевой бандитский автомобиль, это вымогатели. Они сейчас провоцируют аварию, в которой якобы виноват водитель, вот, который сидит за рулем. Вот сейчас посмотрите внимание, я поворачиваю на Горьковское шоссе. Внимание, оп! Оп, все, отвалился фонарь. Но вы не думайте, он на самом деле не отвалился. Это такой трансформер. Сейчас выходят две мошенницы, два вымогателя, которые начинают обвинять в том, что нарушено право ПДД, и что виноват. И поскольку я еду на рейндж-ровере, и у меня, понимаешь, что мало времени, они с меня вымогают от 2 до 5 тысяч рублей. Вот смотрите. Что, больная? Ты что делаешь? 80 лет инвалид, афганка. И что? Я посажу легко. Только то нечетлого скажи. В этом полицию, ну, не родился, закопировал. А зачем вы это делаете, скажите? Спасибо делаю. Вы же выезжаете в прилегающие территории. Так вы же неправильно поступаете, молодой. Как это неправильно поступаю? Я выезжаю, я на главной дороге уже нахожусь, а вы с прилегающей выезжаете. Еще и сейчас меня подрезали специально. Вы так не делаете, вы просто убьете так кого-нибудь, а потом в тюрьму сядете. Я вот вам говорю, это ни к чему хорошему. Я спасала, я раненых вытаскивала. Я не спорю, но так делать не надо. Утро на работе. Начинается не с кофе. Отнюдь не с кофе. Привет, дорогие друзья! Пока народные депутаты Украины просят внести в Конституцию стремление вступления в НАТО и в Евросоюз. Это без смеха реально произносить нельзя, да. В общем, происходят-то ведь линейки по стране, и в одной из них участвовал Петр Алексеевич Порошенко.